Ах, друзья, ненадолго нас с вами разъединили праздничные дни, но вновь соединил нас в вечернем эфире телерадиоканал «Страна FM». Всем привет, как всегда, по будням вечером в этой студии мы, Майк Войс. Маш Новая. И, как всегда, мы не вдвоем с Мишей. Здесь с нами гость, который так или иначе связан с юмором. Итак, сегодня к нам приехал стендап-комик из Волгограда Александр Сапрыкин. Прошу любить и жаловать его. Вот так вот, мы любим втроем. Саша, овации, здесь аплодисменты, поверь, они есть. Саша хотел, чтобы вся страна ему сегодня аплодировала. Привет, давай. Как настроение у тебя? Присаживайся, пожалуйста. Здрасте всем, страна. Эй-эй! Мне нравится такой задор. Слушай, скажи, ты к нам из Волгограда или же ты из Москвы уже? Исторически я стоял с Волгограда, но вот уже года два как живу в Москве. Саш, смотри, сегодня у нас будет самая необычная встреча, потому что вся страна готовится к чемпионату мира по футболу. Да завтра, ладно? Собственно, состоится уже открытие, да. И ты как раз-таки из того города, который входит вот в этот список 11 городов, которые принимают чемпионат мира. Скажи, как изменился твой родной город? Ой, слушайте, он преобразился, по крайней мере, центр, там прям сейчас конфетка, то есть... Неужели вместо трамвая в метро опустили все-таки метро? Либо что произошло? Нет, трамвай остался на месте, просто стадион. Стадион Победа. Огромнейший. Волгоград-арена. Да. Волгоград-арена называется, да. Все ехали, смотрели, успеют ли достроить, успели. Успели, все нормально. Ты знаешь, здесь я вклинюсь, я собирался, я волею судеб должен был быть у вас на 9 мая. Но футбольный клуб «Тосно» в борьбе с московским «Спартаком», который вот, кстати, приказал жить, так сказать, недолго, решил по-другому, я не поехал. А если «Спартак» бы вышел, я поехал бы обязательно. Ну, приезжай. Приезжай. А что, Миш? Спартак туда не едет, и я не еду, понимаешь? Несколько дней я проведу эфир без тебя. Будешь мне оттуда, кстати, прямые включения из Волгограда. А вот ты, Саш, во время чемпионата мира по футболу не собираешься ехать в Волгоград? Вообще не собирался, но мне неожиданно недавно прилетел бесплатный билет. Ух ты! А ты вообще интересуешься футболом? Я абсолютно не интересуюсь футболом. Слушай, сейчас будет скоро песня, ты никуда не уходи. Мне того позвали. Нет, абсолютно того. Но вот ты нам уже начал рассказывать, что город действительно преобразился. Я думаю, что сейчас ты как раз живешь в Москве, и мы можем наблюдать абсолютно то же самое. А что в Волгограде, происходит? Понятно, что центр города украсили наверняка, сделали эту там арену. Там убрали, все ларьки убрали. Теперь просторно, скверы. Там запоздание идет года на два. То есть вот это все ларьки убрали, у нас было два года назад. Это московская тема, да. Ну смотри, сейчас приедет огромное количество туристов. Понятно, что в Москве там Красная площадь, Арбат и так далее. Что посмотреть в Волгограде? Куда сходить? Можешь что-нибудь посоветовать? Саша, а вот дай шанс, тебе будет приятно, а я вот блесну знанием, поскольку под Волгоградом живут мои родственники, я там был, я этот город знаю. Мамаев курган, раз. Так. Дом Павлова, мельница, правильно? Есть такое? Два, я считаю, два. Два. Детская железная дорога, три. Трамвай, который ходит вместо метро, такие огромные платформы, как у нас, и маленькие двое. А я знаю, Саша, как раз я об этом в своем стендапе рассказывал. И, пожалуйста, ГЭС, можно через ГЭС Волжки съездить. Вот я бы туда поехал. Я думаю, Мишка однозначно что-то пропустил. Что еще? Слушай, ГЭС все-таки подальше от центра, то есть все ты в центре перечислил, на ГЭС все-таки придется выделить отдельный там день, потому что очень длинный город. А, когда я жил около ГЭСа, мне говорили, что этот центр, это был обман в моем детстве. Ты не слушай этих людей, да. У нас чрезвычайно длинный город, то есть там, чтобы от одной точки до другой доехать, там, самая длинная улица, насколько я знаю, в мире, улица Ленина, там, по-моему, 70, что ли, километров. Какое-то немыслимое количество километров. Я тоже сбился со счета, да. Очень длинный. Ты включайся в разговор, Маша. Да, друзья, я честно вам признаюсь, я никогда не была в Волгограде, поэтому вот мне на самом деле очень интересно посмотреть на город. Сейчас и можно приехать там, да. Сейчас, то есть ты рекомендуешь как раз-таки всем. После чемпионата, наверное, потому что там сейчас цены такие ужасные. Да? Закончится футбол, вот как раз можно приехать. Спасибо, все, я, собственно, и соберусь. Заканчиваю эту тему. Единственное, что хочу уточнить, это этот вопрос и вставал у меня на 9 мая прямо-таки ребром. Ну-ка. Приехать-то ладно, доехать-то все так же проблематично. Вот эта Астраханская трасса, то есть можно приехать без колес, вот насколько я понимаю. Если у тебя не дагестанский КамАЗ, конечно. Я в последнее время летаю. Богатые. Но подожди, к чемпионату мира по футболу, я думаю, теперь ты останешься с колесами. Дороги-то нормально? Подлатали? Все нормально в Волгограде? Я надеюсь, что да. Можно смотреть губернатор, я правильно понимаю? Можем, да, прекрасные дороги на своих авто. Друзья, все собираем вещички из Москвы в Волгоград. Слушай, на самом деле, именно твой родной город вдохновил тебя на создание стендапа про Волгоград. Ты выступал вместе с ним. Да, это один из самых лучших моих монологов, на самом деле. Именно поэтому, после этого монолога, ты два года уже там не живешь, я правильно понимаю? Это очень интересно. У меня все мои эфиры, которые вот показали, они были, когда я жил в Волгограде. Я приехал в Москву,
по нулям вообще. То есть мне, видимо, нужно уезжать снова. Опять надо вдохновляться, черпать, да? Ну вот этот монолог, он вообще как-то стрельнул неожиданно. То есть там мне стали люди какие-то писать, типа, классный там чувак там. Я с этой новостью, что там Волгоградец рассказал про Волгоград, вышел в топ Яндекса, какого-то там новость. Ух ты. Я вообще там в шоке был какой-то там. А потом все снова забыли, отлично. Ну смотри, ты писал этот стендап, когда жил в Волгограде, правильно? И приехал в Москву специально, чтобы рассказать москвичам. Ну да, то есть мы выезжали на съемки и, соответственно, снимались. Друзья, моя самая любимая рубрика в нашем первом части сейчас на ваших глазах и происходит, вот это обсуждение Ютуба. Где посмотреть, людям-то надо сказать, где это все можно увидеть, что надо в ваших интернетах ввести, чтобы все это увидеть? Забейте Александр Сапрыкин. Так. Про Волгоград. Да. Вот. И это вот, наверное, самая моя... Мой бриллиант, который я могу дать этому миру пока. То есть, но мы-то видели твое выступление как раз, и оно было у тебя с экраном, с картинками. Скажи, как часто ты в таком формате выступаешь? Слушайте, я сейчас уже завязал с экраном. Интересно. Да, то есть что? Ну, как-то вот я уже даже прошлый свой эфир не пересматриваю, потому что, ну, как-то я, наверное, вырос из этого. Вот, я бы вот сейчас совершенно другим материалом выступал, потому что за экран обычно ты прячешься. Обычно вот люди смотрят на экран, и на тебя как-то особо не смотрят. Сейчас мне хочется вот, чтобы на меня смотрели, слушали вот мою боль, что-то меня волнует. Вот, а картиночки это как-то уже... Ну, слушай, ну это же достаточно распространенный такой прием, и в камеди его использовали, и в КВН, я помню, и просто экран был, правильно? И были когда мы с тобой свадебку нет-нет доведем с экраном, да? Ну что уж там. Ну конкурсы, да, на самом деле это же всегда очень интересно. Почему это, может быть, твоя фишка отличительная? Это скорее не стендап, а эстрадный монолог. А, то есть это немножко разные жанры, да. То есть вот тоже Павел Воля с экраном, это эстрадный монолог. Вот, а стендап это боль, это слезы, это вот... сквозь смех, всем там весело смотреть, где проблемы в жизни, вот это вот. Друзья, давайте сейчас подумаем не о проблемах в жизни, а о чем-то хорошем, потому что через песню мы обязательно вернемся к этому разговору с Александром Сапрыкиным. Слушайте музыку, оставайтесь с нами. Эгэгэй! Мой любимый заход со слов эгэгэй состоялся. Как всегда, Маш Новая, Майк Войс и наш Александр Сапрыкин. Да, наш друзья, герой сегодняшнего вечера. Который приехал к нам специально из Волгограда. Вот два года назад это вранье, да, я остался здесь. Я уже здесь. Да, ну про футбол мы уже, Саша, поговорили. Давай теперь сосредоточимся исключительно на юморе. Я предлагаю об этом. Дай мне шанс. Дай мне шанс. Знаешь, какой у меня вопрос был? Саш, вот монолог про Волгоград. Так. Не сочти его, знаешь, за какую-то критику еще. Но опять же, наверное, это будет полезно услышать от меня, простого потребителя юмористических услуг. Да, конечно, мне интересно. Скажи, пожалуйста, а ты черпал вдохновение у Камызяк? Вот супер талантливые ребята, так. Команда КВН Камызяки, ну, да, они да, же да. в принципе делают практически то же самое, только про свой Астраханский район, точнее. Ну как, ну это же не Камызяки придумали. То есть жанр рассказать про свой город, про свою родину, так. это, ну, он всегда был. Вот, есть отдельно сейчас вот передача «Руслан Белый ездит по городам». Там по-другому, да. все-таки ездит он и не рассказывает про свой город. Ну да, да. Поэтому да. его и ненавидят. Кто ты такой, чтобы говорить про наш город, говорят они ему? Нет, ну я, честно, просто вот мне захотелось рассказать про свой город. Причем вот он долго вынашивался, этот монолог, там его еще не с первого раза пустили. То есть, ну в итоге как-то вот так получилось очень хорошо даже. Вот. Не пустили? Ну, где? Кто не пустил? Почему не пустили? Это же так интересно. Там есть редактора, такие люди, которые говорят, это же ты вот... сейчас, подожди, про какой проект мы сейчас разговариваем, чтобы все наши зрители и слушатели поняли? Не спать. Вот, про «Не спать». «Не спать», да. Угу. Ты там выступил вместе с ним. А в «Камеди Батле» ты с ним не выступал? Нет, «Батле» у меня мой золотой номер про студенческие весна, если вы не видели. Да. Вот. Нет, про город я там не рассказывал. Я рассказывал вот про то, как меня скинули за год до этого. Анализировал. Смотрел свое видео, анализировал. Вот это был такой ход интересный. И про студенческие весны. И потом на полуфинале батла я начал рассказывать про день города, меня скинули, и потом этот монолог рассказал «Не спать». Вот, и он как-то зашел. И он зашел и больше. Он зашел, слушай, да. А вот это интересно, когда тебя скидывают, ты после этого анализируешь и думаешь, почему не зашло, правильно? То есть проводишь какую-то работу над ошибками. А есть темы, которые 100% всегда срабатывают? 100%? Ну вот, допустим, если человек рассказывает про то, что ему близко, в частности, вот... Ну вот я рассказывал про то, что мне очень близко, то есть студенческие весны, я в этом варился прям... Ну, ты вот принял участие? Лет 6, да, то есть это вот жутчайшая самодеятельность, когда время, когда ты можешь творить полную фигню, тебе никто ничего не скажет, то есть там преподы закроют глаза, скажут, что этого не было. То есть ты был участником, не организатором?
Я был и участником, и организатором. И автором, там, наверное, еще. То есть и заработал тоже. КВН организовывал, я там все на свете. То есть я везде участвовал, максимально везде. Вот, там потом начали уже стипендию платить за это дело. То есть я такой вот... Активист. Веселый человек, да. Отличник. Да, еще и отличник. А вот с красным дипломом? Я знала. Представляешь? Бывает же. Я сам удивился. Мне когда его давали, нифига себе, красный. Я, честно. У меня серьезно? Тоже красный. Серьезно? Да, ой, да ладно. Подожди, у тебя что, не красный? У меня синий. Миш, подожди, надо выйти из этой студии. У меня другое учебное заведение. Но ничего, друзья, у меня вопрос-то простой. А если от обратного пойти, то как бывает так, что вроде бы монолог один и тот же, два разных проекта, но где-то скинули, а где-то он зашел и стал бриллиантом? Ну, слушай, это формат. Разный формат. Расскажи. Допустим, собираюсь как раз. То есть, допустим, на батле там другая история, там все такое прайм-тайм, сияющее, там сидят люди, которые вот, ну, какое-то более вот яркое. Должно быть праздник. Шоу некое, да, да, правильно? Да, все да. Должно быть идеально, не мне все, кажется, без сучка, без задоринки, не все, если да? честно, могут вот на этой сцене как-то вот переломить себя, потому что, ну, ты выходишь, и сразу тебя судят, да. Вот ты, подожди, волнение, что, зажимы? Безумно, да. Там почему? Видно по первым эфирам, я прям подсыкаю, то есть я прям выхожу, и я там, можно сделать стоп-кадр, у меня лицо такое. Ты не видел мои первые эфиры, Александр. Ну, скинешь мне потом после эфира. Обязательно. А не спать, немножко другая история, там мы уже резиденты этого проекта, то есть мы... Ну, там... Ну, выходит, батя! Есть борьба за деньги, да, она такая номинальная, вот. То есть ты уже на постоянной основе, ты привозишь там на съемки 7 монологов, там, которые там за 2 дня отснимаются. То есть это уже, ну, более интересно, интенсивно, но интереснее. А что для тебя сложнее, писать все-таки или все это дело рассказывать, выступать? Оно сложнее. Интереснее ты, Миша, или сложнее? Сложнее. Сложнее. А от чего ты больше... Ты же все равно от чего-то больше кайфуешь. Не бывает так, что и то, и то? Ну, все-таки, наверное, выступать, потому что если бы я просто заперся в келье, там, своей писал вот эти монологи, никуда не выходил... И мы через 100 лет бы их нашли, не поняли. Это бы грустно было бы. Нашли меня, нашли монологи. Ну, естественно. Вот. Нет, это немножко... Да, выступать, вот, потому что ты сразу отклик получаешь. Сразу зритель там или смеется, или там уходит. А тяжело дает само написание? То есть это как-то вот выдавливание из себя? Либо это настоящий труд, работа вот с 8 до 6? Или надо поймать музу, либо, и без вот, музы начинается ты вот ничего это не можешь не муза. Делать. Муза — это вообще не то в этом плане. То есть ты... Я могу рассказать, как я делаю. То есть Хотелось бы. Регулярно себе накидываю какие-то там тезисы в телефон. Вот, вечером сажусь, разгребаю все это. И уже набирается там на минутки 3, с чем можно идти, вот, допустим, на открытый микрофон. Вот. Подожди, возможно, на открытый... Больше. Так, дальше. Какой план действий? Ты приходишь на открытый микрофон. Собственно, у тебя есть уже некоторые наработки. Ты их там зачитываешь. Что-то зашло, что-то не зашло. То, что не зашло, ты от этого избавляешься, правильно? А да, то, что да. зашло, ты дальше начинаешь докручивать эту тему. Да, то есть я вообще в последнее время люблю такие полноценные темы раскручивать. То есть не просто там шутка-шутка. Шутка-шутка, да. Да, а вот прям вот куда-то погружаться, знаете, в атмосферу какую-то там раскручивать. Вот у меня есть тема, что я там друг семьи профессиональный. У меня 9 разных семей. Ребята, 9 разных семей, профессиональный друг семьи. Вот я про это расскажу. Меня любят дети там. Вот. В одной семье пацан меня прям не любит, да, но он вертит говном, это понятно. Понятно, естественно. Вот. То есть рассказываю про это, и как-то людям близко. То есть я еще с ними общаюсь. Есть семейные люди в зале. Вот. Ты понимаешь, почему такие расспросы от Маши? Маша вот со всех каждый вечерний эфир собирает, она все равно дойдет до этого открытого микрофона. Так приходите. Самым идеальным рецептом. То есть она возьмет самое лучшее от всех, все отсечет, вот, как ненужное в статуе. И ждите Машу. Нет, ну смотри, я на самом деле со стороны сейчас всех наших зрителей и слушателей. Вот они едут. А вдруг у них есть такое желание? Я как бы за них задаю. У меня есть одна подруга, говорит Маша. Так вот, у нее есть вопрос. Вот она как раз таки хочет заниматься юмором. Слушай, ну на самом деле я знаю, что вот прям коротко скажи. Ты же выступал вместе со своим напарником. Да, да. Но ты понял, что это не твое. Ты хочешь один, и я знаю, у тебя какие-то есть грандиозные планы. Ты на что намекаешь, Маша? Стойте, давайте есть так. Есть такие планы. Пока Маша делает намеки какие-то в мою сторону, мы сейчас уходим на рекламу и музыку, а потом будем разбираться, Маша. Да. Вечерний эфир на телерадиоканале «Страна FM» продолжается. Здесь, как всегда, Майк Войс, Маш Новая. И сегодня к нам приехал, к нам приехал Александр Сапрыкин.
Сапрыкин. Александр Сапрыкин. Из Волгограда. Цыганщина пошла у Марии изнутри. Подождите, друзья, мы с вами ушли, собственно, на маленькой интриге, и сейчас предлагаю всем к ней вернуться. Так. Саш, мы говорили о том, что ты вначале выступал со своим напарником. Да, останусь ли я один в этой студии или нет? Видите, нас двое. Потом а что насчет тебя, Александр? Потом ты решил от него избавиться. Теперь ты хочешь избавиться от экрана, чтобы быть одним. Рассказывай, какие у тебя планы вообще? Планы. Сейчас стендап как бы здорово, да, но вот мне захотелось все-таки собственное шоу сделать. О! Да. О. Круто. Я вот на такую реакцию рассчитывал. То есть такого еще нету нигде. Ни на телевидении. Само собой, ни на так YouTube. И что же это? Вот. Я планирую 19 июля. Стой, если... Саш, подожди, это очень опасно. Нас смотрят так. Очень много людей. Вот что знаешь, ты сейчас говоришь, когда так. Все начинается, этого нигде нет, обязательно часа через два это уже точно где-то будет. Хорошо. Ты готов? Подожди, об тогда этом, скажу кстати, только можно дату говорить? И а? Об этом можно говорить, вот реально? Или это какая-то уникальная идея? Я не планирую вам рассказывать идею в шоу. Я уж испугался. Я вам скажу просто, что там будут классные ребята. Я позову там и с телевидения будут, и с радио, возможно, вот вы, если хотите. Да, обязательно, обязательно. Как гость я вас позову, естественно. А, просто как гость. А, нет, просто как гость я не приеду. Как участник, участник. Да-да-да, можно, я готов. Можно как члены жюри? Вообще там нету жюри, но для вас я сделаю. Ура! Хорошо, все, вот. Я люблю судить. Все, просто вот если вдруг кто-то заинтересовался, найдите меня ВКонтакте или в Инстаграме, или где вы там сидите. Вот, 19 июля, ну это где-то через месяц. Вот. А почему 19 июля, а не 20-го? Потому что четверг. Захотелось, просто 20-го у меня день рождения. 20-го дороже аренда, это пятница. Прекрасный подарок. Спасибо. Ладно, я шучу. Мы продлим до 20-го, да. 19-го, да, запомнили. 19 числа в 20:00 на метро Красные Ворота, Soul Full Loft. Вот. Приходите, находите меня в ВКонтакте, Александр Сапрыкин, там будет афишка. Ребята, вы первые, кто слышит вообще анонс этого шоу. До этого я вынашивал его у себя в голове. Вот. Друзья, это так будет что-то из ряда вон выходящее. Но есть хоть какая-то затравочка, Саш. Вот уже, знаешь, вот давай, честно, я не буду тебе подыгрывать. Да. Вот избалованная публика, Москва Хорошо. Нас слушает, да? И смотрит, кстати. Так. То есть люди уже видели такое, и цирк Дюсалей, и вот эти вот карлики с медведем, цыганами бегают. Вот не будет всего этого. Вот этого не будет точно. Скажи, что, хотя бы намекни, чтобы люди... Это шоу-викторина. Где комики будут друг с другом батлиться. Вот, там будут команды из комиков, вот, и это будет прямо вот на ваших глазах происходить. Стой, Саша, а вот кроме шуток, а вот мы готовы заявиться вот нашим скромным составом. Так без проблем. Мы можем заявиться? Конечно. Давайте вот прямо сейчас пообещаем всем, что вы придете. Нет, мало того, что мы пообещаем сейчас с Мишей, я пообещаю, что мы придем. Да. Нет, мы реально и пообещаем. И мы сюда больше не придем, Маша. На всю страну. Миш, подожди, но мы прямо сейчас давай сделаем маленькую репетицию твоего шоу, потому что мы тоже подготовили для тебя некую викторину. А вдруг давайте. Это что-то. Маша, мастерский усфлад. Ответа. Нет, давай, Маша. Ну, на что ты натолкнет тебя? Ну смотри, есть футбольная викторина, я знаю, что ты обожаешь. Это мое, ребята. Обожаешь тему футбола, да. Я в футболе как рыба, давайте. Смотри, значит, есть ряд вопросов, на которые ты должен ответить. Если ты не отвечаешь на вопрос, ты тянешь вот эту бумажку, и здесь есть какое-то задание, которое так... Которое делает Михаил. Которое связано с футболом. Нет, все это делает Саша. Хорошо, попробуем? Так, давайте попробуем, конечно. Выбор у нас нет же все равно. Ты помогай, но тихонечко, не сильно. Про себя. Да, про себя, пожалуйста. Назови города России, в которых пройдет чемпионат мира по футболу. Напомню, их 11 штук. Давай сгибать пальцы. Екатеринбург, так. Волгоград, Сызрань и остальные 8. Интересно. Сейчас. Сызрань? На АЭС это было. Сыктывкар. Саранск. Сейчас все люди живущие в Сызрани и в Сыктывкаре. Встрепенулись, да. Едут, готовимся. Сыктывкар, так, Калининград. Так. Ох, тяжело, ребят. Твой родной город. Волгоград я назвал. А, ты назвал. Ну, можно еще раз, Волгоград. Мне самое главное, когда включиться, ты скажи. Можно уже сейчас. Давай включайся. Самара. Самара. Москва, Санкт-Петербург. А, блин, да, точно. Сочи. Нижний. Казань. Ростов. Да. Короче, Саш, ты не назвал, правильно? Я вообще ничего не знаю. Извини, придется тебе тянуть карточку. А это не про футбол, это про географию России. Вы можете не задавать вопросы, а просто давайте потянем. Тяни карточку. Итак, читай, что там. Изобрази футбольный мяч. Прекрасно. Александр, вперед. Нет, друзья, я хочу обратить ваше внимание. Вот он, оригинал. Так. Пожалуйста. А теперь изобрази футбольный мяч. Так. Как ты себе его человек представляешь? Человек максимально не похожий на шар, да? Давайте попробуем.
Он будет... А, вот так вот, решил присесть. А вот так, это он издает, мяч. Подожди, а он издает какие-нибудь звуки, когда он катится по полю? Конечно, или да. Он втихую этого... это делает? Эти это... звуки не надо сейчас издавать, ребята. Все нормально. Для этого нужно пнуть мяч. Так. Все, Сань, это была разминка. Отлично, у тебя получился замечательный я мяч. Я фантомимый король, давайте. Это точно. Сейчас ты точно справишься. Назови символ чемпионата мира по футболу 2018. Забивака. Кто? Волк. Молодец. Да. Кто придумал и разработал этот символ? А, девочка-дизайнер, так. Она даже на Первом канале была. Из какого города она и как ее зовут? Началось. Ой, вот это сколько ей лет, в какой школе она учится, нет, Маша. Нет, только, ну как зовут, из какого города? А, ну давайте будет... Ля-ля-ля. Лиза. По-моему, ты не ответишь. Катя. Правильно-то. Ну, слушай, угадал. Пальцем Катя. В небо, но угадал. Я просто помню, я помню. И город. А, и город. Катя. Екатеринбург. Нет, из Томска, ля-ля-ля, тяни карточку. Так, итак, прошу какой-нибудь. Теперь изобрази шайбу. Почему я шайба, это в другой программе. Вот мы и проиграли, ребят. Просвисти без свистка. Ну знаешь, как судья на поле. Нет, я знаю, что такое свист. Браво. Классно. Нет, а ты реально свистеть не умеешь? Я не умею свистеть. А ты умеешь? Ты думаешь, я усмешняю момент? Нет, я реально не умею свистеть. Подожди, Саш, мне очень понравилась экспертная оценка. Мари, а ты прям умеешь двумя... Подожди, мне кажется, каждый пацан, каждый мальчик во дворе свистел. Я вот так могу делать, но без пальцев. Все, друзья, закончим. Сколько у нас на времени? Этом. Закончим. Я просто... Иначе так. Наши зрители и слушатели сейчас не поймут, что вообще происходит. Окей, поехали дальше. Назови остальных претендентов на право стать символом чемпионата. Помнишь, кто еще боролся? Помню. Был, господи, как там? Господи, кто? Нет, лис? Не участвовал в этом. Лис, кажется. Нет? Лис. Какой лис? Лис, Андрей Геннадьевич Зюганов и Трамп. Правильно? Подожди. И господи. Да, ну что же ты... Лис? Да нет, не было лиса там. Ну, был похож на лиса кто-то. Да медведь был. Не было медведя. Ну, как в России нет медведя? Подожди, дошли до самого финала только три этих персонажа. Да, среди да, них был помню. Волк. Самое обидное, что я смотрел был недавно. Был еще, который... Заяц. Нет, не заяц. Про сборную России. А зайца можно обидеть. Ну, я говорю про сборную России. Подожди, а кто? Который мяу-мяу-мяу. Барс какой-нибудь опять, сочинский. Кот, почему? Ты все время все усложняешь. Как мы занизили прям. Мяу-мяу, кот. Мяу-мяу-мяу и такой же из кошачьих. Тигр. Молодец. Ну, Сань, ты прости, конечно. Еще понравится, как ты тигр показываешь. Нет, я готов. А еще раз тигр покажи. Это тигр. Не в те игры мы играем, смотри. Так. О, изобрази звуком рев трибун во время гола. О, давай, как Миш, ты забиваешь гол. Так, в этот момент... Так, нас же много, давай, помоги. Практически, вот в эту камеру. Я забиваю гол. И... Ротор! Отлично! Волгоград! Ротор Волгоград, я помню с детства. Итак, давай тогда что-нибудь сейчас усложним. Когда и где состоялся первый чемпионат мира по футболу? Ну, это легко. Это, легко? Конечно, отлично. Помню. Это 1958 год. Тя-тя-тя. Так. 1911. Ну, почти, но между, так сказать. Значит, 32-й? Ну, ничего, это... Да, подумай. Где что? Вот я прям помню, что... Чуть-чуть. 31-й. 30-й. Ну, конечно. Так, ну я сразу знал. Так. Так, а теперь где? Всего-то на всего 250 стран в мире. Так, и что же? Скорее всего, это... Саша... Смотри. В той стороне? А, все, если на карту посмотреть. Ну, давай, просто Германия? Предположи. Нет, совсем. Нет, это неправильно. Так. Саша, дайте сразу тянуть, да, я считаю. Давай, ну, что просто тянуть. Саша, не говори, что я тебе не помогал. Так. Это Уругвай, друзья. 30-й год. Да, друзья, все правильно. Начекань мечом 10 раз. О, это мое любимое задание. Так, я просто посмотрел специально за часы. Да, это же в сумме, правильно? Правильно. Так. Давай, так, Алекса, раз, два, три, четыре. Ну, слушай, все, четыре года. Да хорош, хорош, брось его там, он тебе не нужен, брось его там. Но я могу, если что, я могу. Давай самый-самый простой вопрос, финальный. Когда и где пройдет церемония и матч открытия чемпионата мира с участием сборной России? Саша, смотри на меня, смотри на меня. Ну, Москва. Так, когда? Завтра. Молодец! Подожди, это открытие завтра. Ну, открытие. А вторая и часть вопроса? Открытие. Не топи Миш, меня. Все, зачем? Когда закрытие? И где пройдет церемония, матч, открытие, чемпионата мира. Я ответил. Да, все. Что тебе еще надо? Браво!
Да! Александр, ура! Было прекрасно. Друзья, ну что ж, на такой веселой футбольной ноте прямо сейчас переходим к группе «Айова». Песня. Оставайтесь вместе с нами и возвращайтесь после музыкальной паузы. Дорогие друзья, ну а мы продолжаем. Продолжаем наш вечер юмора. За моим левым плечом Маш Нова. За моим правым плечом Александр, который сегодня пришел всех нас смешить, развлекать. Более того, сейчас была песня, и мы несколько шуток специально отредактировали. Будет смешно! Ура! Друзья, продолжаем. Такие заявки, а вдруг не будет смешно? А что уже выбора потом, как нет, мы будем выкручиваться? Маша. Саш, ну мы, собственно, поговорили о том, что ты не так давно переехал в Москву. Как вообще приняла тебя столица? И что на эту тему ты даже сочинил стендап? Прекрасно. Да, я первое время, когда переехал, собственно, рассказал, почему я переехал, куда я попал. То есть... На самом деле, я когда переехал, я снимал комнату в трехкомнатной квартире, и в одной комнате жил я, в другой хозяйка хаты, в третьей сын хозяйки хаты. То есть ты был как бы как второй сын, по сути. Да, как будто они просто добрали человека в семью, это очень странно было. Установили. Она там что-то помогала мне на кухне, с уборкой там, я, знаете, думал, что если я скажу, что на майские праздники уезжаю домой, она скажет, в смысле домой? Ты уже дома? Я думал, ты проведешь праздники с семьей. Да, да. Со мной, с моим сыном Андрюшей. Андрюша такой, ей не сын. С твоим братом, с твоим братом. Да, да, да. Слушай, вот такая история. То есть, ну вот первое время про это, и как-то люди начали, да, вот проникаться жизнью моей. Ну и она стала отпускать тебя, например. Я знаю, ты очень часто путешествуешь по России, тебя приглашают на всевозможные стендап-выступления. Как вообще обстоят дела с юмором в глубинках, назовем это так? Ну, как в глубинках? Это такие же города, там тоже люди хотят, чтобы их посмешили. И, ну вот с Калугой у нас очень хорошие отношения, то есть там ребята прям вот делают у себя стендап, периодически привозят людей, периодически привозят меня. Мне нравится, что людей и меня, это почему-то в разных плоскостях. Да, да. Вот, то есть там вот один из теплых залов был. Под Казанью в Чистополе вот тоже ребята привозили, мы там два выступления сразу сделали. Фестиваль в Питере недавно был. Расскажи, да, пожалуйста, потому что это вообще отдельная тема, фестивали, потому что туда огромное количество стендаперов, юмористов стекается, да, правильно? Да, как да, это все организовано? Я думал, ты про Питер, ты же с Питера. Ну, я училась в Петербурге, то нет, я родилась не там, да. Да Питере... это я знаю, но это уж ты училась, господи, этот город дал тебе знания. Да, это точно, на самом деле в Петербурге такая погода, знаешь, не располагающая к юмору, если честно. Очень люблю, очень люблю, это моя погода. Человек такой, мне очень нравится. Слушай, ну это интересно. То есть, когда идет дождь, у тебя, наоборот, пробивает на ха-ха. И не, да, я угораю, не могу. Да, вот недавно прошел фестиваль, и очень классно. У них с каждым годом все лучше и лучше. В этот раз там хедлайнерами были люди вот с ТНТ, со стендапов. Кто, например? Да все. Все там были. Ну, пару фамилий можешь назвать? Но вот мне посчастливилось разогревать Старовойтова. Разогревать. То есть я вначале... Ну, финал гон, соответственно, размяли да, его спину. Шея. И вот такие вот, да. Ну нет, ну давай реально, для тех, кто, может быть, не в курсе, что такое разогревать. Я вначале выхожу, люди пришли на Старовойтова, ждут, когда он выйдет, выхожу я. И люди такие, и все такие, здравствуйте. Что происходит вообще, мы пошли отсюда, говорю, ребят, подождите, еще чуть-чуть, и выйдет он, а пока вот настроить вас на нужный лад, да. Вот, и 5 минут выступаю, они там, ну, естественно, я там какие-то уже лучшие свои там... Ну да-да, ну понятно. Да. Ну смотри, ты здесь... Выходит старовой, это все говорят, выверни того. Нет, да, уже не смешно. Но я жду вот такого. Вот, и самое интересное, что я когда разогрел старовой, то у меня там закончились уже все мои выступления, я такой... Выдохнул, уехал куда-то там в лес, под Санкт-Петербург, с палатками там. Вот. И тут мне звонят. А ты любитель, да, вот этого вот лесного отдыха? Больше нет. А больше все. Холодно, ужасно было. Вот. И мне звонят, говорят: слушай, так классно, типа, было, можешь еще Комарова разогреть. Вот. А ты говоришь, я и так тут в лесу комаров разогреваю. Может быть, и вашего разогрею, какая мне разница. Отлично, шутка. Зашло. Не было тебя там, да. И все. А я где-то там уже под Финляндией, то есть, я не знаю, я закажу такси. Да. Не знаю, страна это наша или уже нет, понимаешь? Я за какие-то там бешеные 2000 еду, там последние там буквально 5 минут до выступления, там смываю пыль эту лесную из себя, убегаю на сцену, так. Ребята, здрасте. Ну, очень классно. Ну, оплатили такси-то? Нет. Зритель оплатил своим теплом и юмором. Слушай, ну скажи, это же вообще отдельная история. Смотри, отдельная история разогревать, знаешь, уже таких маститых звезд. Наверное, это очень ответственно. Вот как ты с ними перед этим? Ты как-то общаешься? Да, слушайте, это обычные люди. Обычные, просто очень сильно любящие свою работу и которые любят трудиться. То есть они прям вот постоянно пишут, постоянно...
работают на собой, а так... Слышишь, обычные... да, Маша? Да, да. Так. Обычные люди, да. Ну, такие слушай, же, как мы. Ну, а такие хочешь... же, как мы, естественно. Саша, а ты хочешь, чтобы вот однажды, чтобы не ты их разогревал, а чтобы вот тот же Старовойтов или Комаров... перед твоим выступлением вдвоем, чтобы давайте потому, что так, по одному будет совместный не так смешно. Концерт, то есть не то, чтобы он меня разыграл, а вот мы вот вместе на трибьют Александра, вот тоже трибьют прям, соответственно, олимпийский. А и, соответственно, двое ведущих там по бокам, кто ведет в шикарном платье, Маш новое, ну, я в костюме, соответственно, ну, все как всегда. Слушай, ну мне нравится такой подход к делу, что ты сейчас очень-очень аккуратненько советуешь. Мы вместе будем выступать, это хорошо. Ну, скажи, пожалуйста, на какие темы у тебя вот получается удачнее всего шутить? Я знаю, что на одном из таких фестивале ты встретил девушку свою нынешнюю, и после этого у тебя родился как раз-таки стендап. Так. Слушайте, в прошлом году на том же самом питерском фестивале, да, как-то так получилось, пришла просто как зритель, просто и хотелось как-то вырваться из своей суеты, и потом хоба, мы уже сидим там, мы все вместе кушаем в какой-то хинкальной. Однако. Саш, а это уже было после твоего камбэка из леса, или это было в первой части еще? Нет, лес был в этом году. Это был прошлый год. Так, я уловила. Так. Вот. И после этого как-то я уехал, мы познакомились, и я уехал в Москву, а потом как-то так начали, типа, сначала я приехал посмотреть Питер, потом она приехала посмотреть Москву. И вот мы лето все ездили друг к другу. Смотрели, не могли. Да, красивые города. Вот, и все, и потом 1 сентября она приехала. День знаний, букета гладиолусов, да, и ты. Да, мы отметили. Слушай, ну это здорово, я желаю вам удачи. Я ждал. И пусть она вдохновляет тебя как раз-таки на рождение каких-нибудь новых стендапов и тем. А сейчас пусть 1 сентября должно нас вдохновить на что? День знаний, да, друзья. На экзамен. Да, у нас есть постоянная рубрика «Блиц-опрос» называется. Блиц-опрос, не надо думать, надо просто говорить. Собственно, как и происходит это на сцене. Готов? Быстро! Давай. Для меня самое важное в жизни. Любовь. Идти по жизни с юмором — это... Это кайф. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делал? Был крепостным. 3018. Освободился от оков. Слава богу, когда я буду таким же креативным, умным, но уже старым, я скажу своим праправнукам... Творите свою фигню. Сами. Если бы не юмор, я бы сейчас... Был программистом. Да. И с нами был сегодня программистом. Да, друзья, с нами сегодня был стендап-комик из Волгограда Александр Сапрыкин. Спасибо тебе огромное, спасибо, что пришел к нам, что уделил время. Это было круто. Друзья, мы с вами не прощаемся с Мишем и переходим еще два часа нас терпеть, друзья. Все, до встречи. Пока. Ура, пока.